аэропорту Стригино встретили сотрудников «Росатома», вернувшихся с работы за рубежом. Большая часть прибывших – работники инжинирингового дивизиона «Росатома», главное предприятие которого находится в Нижнем Новгороде. Также на борту находились работники субподрядных организаций. Теперь они добровольно проведут 2 недели на карантине в профилакториях Нижегородской области под наблюдением медиков. Как отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, «Росатом» несет ответственность за сотрудников. Поэтому, если сейчас люди хотят вернуться из-за рубежа на родину, им идут навстречу. Губернатор Нижегородской области оказал помощь в организации режима изоляции. Всем прилетевшим измерили температуру. Они заполнили анкеты и получили уведомления о порядке действий при возвращении из зарубежных стран и постановление о самоизоляции. Все сотрудники чувствуют себя нормально. Видео предоставлено телекомпанией ННТВ.